Работает граблями Диана Матюхина так же активно, как увлекает своими идеями молодых работников Почты России. В свои 25 она лидер молодежного совета. На работу ходит как раз мимо Брухановки. Состояние реки из года в год только ухудшается, считает девушка. Чтобы как-то исправить это, не пропускает ни одного субботника. Обратить внимание на водоем и другим горожанам советует. Во-первых, наверное, нужно перестать этим заниматься, загрязнять речку в принципе, а избавиться, ну, если все выйдут дружненько и уберут, тогда у нас будет толк и польза какая-то. Вторая уборка берегов Брухановки в этом году объединила довольно разных людей. На призыв организаторов субботника центра выбора отозвались работники почты и банка, волонтеры, студенты и преподаватели медицинской академии. Рядом здесь находится наша медицинская академия, где мы работаем, где учатся наши студенты. И за этот участок мы, можно сказать, несем ответственность. То есть она вверена нам, эта территория. Кать, подержи, пожалуйста. 100 мешков, 15 грабель, 10 метел, лопаты, несколько серпов предоставила городская служба ГСТК. Муниципальные власти всегда поддерживают энтузиастов. Вот и в этот раз бок о бок с участниками субботника работал заместитель мэра города. Он объяснил, что очистка русла реки от мусора – задача не только эстетическая, но и стратегическая. Синоптики сообщили, что будут обильные осадки. И чтобы потоплений лишних не было, мы заранее готовясь, чистим уже перегородки, то есть какие-то решетки, где заилено или замусорено. Конечно, убираем, делаем, готовимся. В следующий раз массово выйти на берег Брухановки добровольцы планируют через месяц. Анжелика Павлова, Данил Волков, Сергей Захарушкин. Программа «Город».